Немного поясню, в чем соль мероприятия предстоящего. Каждое воскресенье Джим и его жена выбирают ресторан, куда мы едем. Мы туда едем обязательно на гольф-карте. Ужинаем, он нас угощает, а мы оставляем типсы, то есть чаевые. Вот у человека такая была мечта – ездить всем вместе на гольф-карте в ресторан по воскресеньям. Сегодня первый дубль. Итак, сегодня мы выбираем ресторан, куда пойти. Люди ждут, что же будет. Загружаемся в нашу машину. Все довольны, все в предвкушении. И мы едем. А вот мы уезжаем. Но мы еще вернемся. Как будто в Таиланде. Только люди знакомы. Мы едем на тук-туке. Да, только люди знакомы. Кажется, автомобилисты не любят гольф-карты, потому что те очень медленно едут и их сложно обогнать. Меня взяли, где американцы? Привязали, знаешь, господи, тебя привязывали ремнем. Не везут меня в ресторан. Хотя я все время, когда смотрел новости, перед тем, как туда ехать, я боялся совсем не этого. Ну подожди, то ли еще будет. Вот школьная помощь. Не расслабляйся. Пересекаем Main Street. Это единственное место, где можно проехать на гольф-карте. О, даже была парковочная. Парковочное место для нас. Потихонечку разгрузились. Я, наверное, на цепке на Зачили поеду, да? На той. И сегодня мы идем вот сюда. Классные тут стульчики. I don't drink beer, but why not? Right? Это настоящий паб. О, хорошая фишка. Успеем, не успеем, не успели. А там была реклама Def Leppard. Опа, кто приезжает в нашу деревню? Это настоящий паб, заведение, где помимо пива можно поиграть в гольф. Ну и конечно, а как же без бильярда? Пожалуйста. Все есть. В общем, так проводят время американцы. Ну и конечно дартс. Куда же без этого? Для затравки мы заказали вот это. Просто кукуруза, покрытая солью и двумя видами сыра. Что ж, попробуем. Принесли еду. Какая-то она грустная на самом деле. Not the hot sauce.
это картошечный салат. Это называется гамбургер без, без булочек. А это что-то самое интересное. Местечко весьма популярное. Народ приходит, ест с удовольствием, но для нас это очередное разочарование в американской кухне. А вот этот факт мне точно нравится. Ну что ж, пора ехать домой и чем-то закусить все это дело. Что ж, едем обратно. Стоп. Все счастливые и уже не голодные. Едем обратно. Это джин, который нас сегодня угощал. Don't you have that app on your phone? Who made that noise? Боже мой. А мы все еще едем домой. Бэйбис! А вот он белый. У них еще детишки здесь. Вау! They look like chicken, yeah? Yeah. Chicken. Yeah, good to eat. Have a tail feather. Come on, show us your tail. No, there's no females around. He's not gonna do it. There is a female in Rick's phone. Oh. Calling. Oh, Rick? Yes. Do the female sound. Забавляются. Come on. Hello. They have little crowns on their Hello. Head. Hello. I don't like these. Uh-huh. Is it whales? Whales. Короче, вернулись из так называемого ресторана. Что-то было забавно и смешно. Если бы не говёная еда. А так все хорошо, все отлично.